Итак, Настя, готовься. Сегодня я даже готова дать тебе свое любимое платье. Девочки, но мне кажется, как-то для свидания в доме наряжаться не нужно. Настя, в любом случае, это свидание, на котором тебе предложит Джонни встречаться. Круто. Ладно, Диан, давай свое самое шикарное платье. Настя, сегодня ты будешь просто нереалкой. Девочки, а вы всегда так на первое свидание собираетесь? Да, 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 да. Короче, Настя, смотри. Есть вот такое вот розовое платье, еще одно розовое, голубое, вот такой вот корсет и пушистый топ. А еще есть мое самое шикарное платье с перьями. О, спасибо, Диана. Ты самая настоящая лучшая подруга. Но я не хочу быть такой пафосной. Окей, тогда определись, в чем ты будешь. Девочки, а мне кажется, Насте все равно, в чем идти на свидание. Нет, девочки, мне не все равно, в чем идти на свидание. Вот я хочу там какой-то топ с пайетками, юбку и все. Понятно, значит, сегодня никаких пышных платьев. Переходим к нашей вешалке. Значит так, Настя, смотри, есть вот такой вот красивый топ в пайетках, и я думаю, что тебе в нем будет очень красиво. Либо есть еще вот такой вот фиолетовый топ, тоже в пайетках, и ты в любом случае будешь в нем тоже шикарной. Спасибо, Диан, ты очень добрая. А можно я померю два и выберу один? Наконец-то! Аллилуйя! Настя хоть на что-то согласилась. Настя, мерей и побыстрее, свидание уже очень скоро. Сегодня у нас будет новая парочка, это так волнительно. Это нормально, талисман, все бани должны встречаться с парнями. Поэтому, Настя, вперед, переодеваться. О май гад, девочки. О, это надолго. Смотрите, тут есть талисман, которому скучно, поэтому давайте быстрее. Все, пацаны, я готов. Козырек мне идет, я могу идти на свидание. Джонни, что за вид? Ты хочешь, чтобы Настя сказала тебе нет? Это не аутфит на свидание. На, переодевайся. Ребят, я не привык выряжаться на свидание. Придется, бани любят красивых и модных парней. Как я. Но я бы поспорил, самый модный тут я. Я тоже стараюсь, я тоже новый. Ладно, модники, я все понял, пойду переодеваться. Закат, он такой тугой. Согласен. Мы же ему объясняли, бани любят красивых и модных парней. А до него это не доходит. Не понял. Че это вы, баскетболисты, сидите на наших креслах? Давайте быстро, на счет три вышли в эту дверь. Раз, два, три. Четыре, пять. Футболисты, сгиньте от двери. Сейчас Джонни будет на моду показывать. Джонни? Ну что, пацаны, так нормально? Ненормально. Не у вас спрашиваю. Пойдет. Ну все, футболисты, теперь ваша комната свободна. Только вы без пафоса, а то переселитесь в голубой дом. Закат, ты меня голубым домом не пугай. Да, мы не боимся, мы там уже были. Бесят эти баскетболисты, такие модники. Да, настоящие парни не модничают.